Сегодня на всех уровнях все большее внимание уделяют необходимости развивать свою отечественную IT-сферу. Причем подготовку специалистов планируется начинать буквально с младших классов. Не остается в стороне от этого процесса и наш регион. Открытый урок по быстрой разработке приложений прошел в детском технопарке «Кванториум» Твери. Программирование тоже есть техническое задание, надо делать по порядку, ожидать сбора. Учебный материал для ребят готовят крупнейшие IT-компании России. Все задания, лекции и практические занятия разработаны для школьников разного возраста. «Урок цифры» является всероссийской акцией, когда специалисты разных профессий, разных направлений простыми словами рассказывают детям о сложных вещах. Особенностью этого занятия стало то, что педагоги работают непосредственно с ребятами, и то, что мы впервые проводим телемост с деревней Мокшино Конаковского района. Быстрая разработка приложений наглядно показывает, что современные информационные технологии и программирование доступнее, чем кажутся на первый взгляд. При этом проект не снижает ценности IT-образования и подчеркивает, что чем лучше специалист овладевает программированием, чем глубже осваивает конкретные технологии, тем больше будут его возможности. В этот раз ребятам рассказывали, что такое лоу-код разработка. Урок состоял из видеоролика с объяснениями и интерактивного тренажера для закрепления знаний. В голове у нас, когда мы слышим слово программирование или приложение, сразу там Python, Java, там 10 лет обучения, а когда ты обучился, ты уже все устарело. И лоу-код направлен на то, чтобы без этих знаний дать вам какие-то возможности. Например, можно сделать, как мы уже сказали, сайт красивый, который будет работать, можно сделать свою там даже CRM-платформу. Тренажер представляет собой более 50 заданий различного уровня сложности, предназначенных для детей начальной, средней и старшей школы. Решение каждого вопроса развивает у ребят понимание технического задания, умение создавать алгоритмы. Например, есть там задача сделать платформу для школы. И они сделают там платформу для школы там, за пару кликов, зависит от сложности. А дальше у нас урок переходит как раз-таки на уже применение этих знаний. И есть одна компания российская, которая позволяет сайты делать с помощью технологии лоу-код. И мы как раз-таки с ними сделаем сайт. К слову, полученный результат при условии всех правильно выполненных задач можно сразу использовать и поделиться им с кем угодно. А повторить пройденный урок ребята могут самостоятельно на сайте урокцифры.рф.